Почти сразу после выступления императора было объявлено введение чрезвычайного положения на всей территории империи и в контролируемых силами ВКС регионах космоса. Но тяжелые времена настают не только для законопослушных граждан. Гораздо хуже придется разного рода сброду, пиратам и мошенникам, которых в сложившейся ситуации следует уничтожать беспощадно. Империя не может долго сражаться за несколько фронтов, поэтому необходимо очистить мир от тлетворного влияния криминальных элементов и сплотиться во имя выживания человечества. Сегодня утром в 8:00 по имперскому времени на всех информационных каналах транслировалось обращение императора ко всем гражданам империи. Мы приводим его полностью. Граждане империи, мы вступили в новую историческую эпоху. Встреча чужеродного разума в глубинах космоса ознаменовала переход человечества в новую стадию развития.
Много лет мы ждали и готовились к этому событию. Человечество протянуло им руку дружбы. Они ответили коварным предательством. Уже сейчас идет необъявленная война чужих против людей. Они нападают на торговые корабли и беззащитные колонии. Империя вынуждена вступить в войну. Мы будем вести ее с напряжением всех сил, потому что борьба идет не за ресурсы и не ради нескольких пограничных планет. На карту поставлено выживание человечества, жизнь всех людей, сколько их есть. Ну что, помочь науке – дело святое. Лаборатория нашего нанимателя на карте. Полетели. Обнаружен противник. Слушаю. Понял. База на связи. Режим атаки. База на связи. Целеуказание принято. Цель уничтожена. Слушаю. Орудие к бою. Я подбил одного. Слушаю. Понял. База на связи. Ясно. База готова и ждет указаний. База на связи. Курс проложен. База на связи. Командир наемного подразделения «Звездные волки». Есть кто живой на астероиде? Пока вроде еще есть, хотя вообще-то... Вопрос существования жизни в привычном нам понимании до сих пор остается открытым. Если принять за основу разум как единственный критерий самосознания, то следует признать... Да, я слушаю. А
А вы кто, собственно? Наемников сразу видно. Очаровательная невежливость в сочетании с серьезным тоном. Отлично. Я именно вас и ждал. Оплата, оплата. Почему все в этом мире делается за деньги? Понимаете, денег у меня нет. Могу предложить вам новую систему счетов собственной разработки. Для вас должно быть это интересно. Устроит? Да, именно для обеих корпораций. Дело в том, что я должен и Триадии, и USS. Раз уж вы прибыли, то захватите оба контейнера и отвезите их на станции корпораций. Ах, это долгая история. Видите ли, я ученый, и мои исследования в основном лежат в области конкурентных квантовых преобразований и полей с использованием сверхмощных ускорителей заряженных частиц Гладкова. Вы понимаете, конечно, что подобные задачи требуют огромных затрат, поэтому мне пришлось заключить договор с корпорацией USS на инвестиции в размере 500 тысяч кредитов. Я рассчитывал получить большую прибыль, воплотив свою идею в создание систем управления сверхплотными потоками кварков. Подобное устройство, даже если бы мне не удалось сделать его относительно компактным, стало бы революцией в области энергообеспечения. Правда, в процессе работы я столкнулся с некоторыми небольшими трудностями. О, о чем это я? А, да. В общем, мне не удалось закончить доводку прототипа за полгода, как я рассчитывал. Вообще-то мне было необходимо еще около миллиона кредитов, но поскольку USS отказалась мне их предоставить, то пришлось обратиться на другую ближайшую корпоративную станцию, к Триаде. Теперь сумма долга составляет, с учетом процентов, 1 миллион 625 тысяч кредитов. Денег у меня таких нет. Зато есть предсерийные прототипы новых силовых щитов для истребителей, которые корпораты согласны принять за уплату долга. Кстати, у меня все готово, и вы можете начать погрузку контейнеров. Ну, чтобы отвезти их на станции корпораций. Или я уже говорил? Ну, неважно. Время – деньги, как говорят мои кредиты. Ой, совсем забыл. Тут еще два контейнера. Со спецификациями и документами. Всего будет 4. У вас трюм большой? 1,5 миллиона кредитов. Всегда было интересно, ну куда ученые тратят такие деньги? Возможно, корпораты не обрадуются, если мы привезем им прототипы вместо денег. Пахнет жареным. База на связи. Слушаю. Понял. Стойте! Вы определены как наемное подразделение «Звездные волки». Куда направляетесь? Вам разрешен подлет на расстояние погрузки. Оборудование получено и проверяется. Наемники, меня не интересует, шутка это или нет. Даю минуту, чтобы вы отдали нам настоящее оборудование. Это не экспериментальные прототипы, это непонятно что. И вы ошибаетесь, думая, что можете нас обмануть. Полминуты. Хорошо, мы возвращаем контейнеры. Но мы еще встретимся. База готова и ждет указаний. Неужели призрак пытался обмануть корпоратов? Наверное, они просто ничего не понимают в его устройствах. Интересный вопрос. Слушаю. Предлагаю Понял. Спросить лично призрака. Пока все не узнаем, нам нет смысла лететь на другую станцию. Эл, ты можешь выяснить, что именно в этих контейнерах? Я легко могу получить доступ к электронным спецификациям. Очень интересно. Да, это именно то, что я искала. Поразительно.
Этот ученый очень умен по сравнению с другими. База готова и ждет указаний. Все данные отлично организованы, хотя и требуют проверки. Да. Звездные волки, я испытываю некоторое чувство радости от того, что все верно рассчитала. С вашей помощью я нашла нужную информацию. Это позволит существенно продвинуть мой проект. Истребитель я оставляю вам, все равно скоро у меня будут лучше. Эл, у тебя микросхемы полетели? Ничего не понятно, повтори по-человечески. Эл, проверка систем связи, даю усиление. Эл, слышишь меня? Похоже, Эл нас покинула. Наверное, она умеет путешествовать по компьютерным сетям. Я слушаю. Интересно узнать, что такого она нашла. Давайте спросим призрака. Звездные волки вызывают призрака. Стыковка произведена. Да, я слышу. Ну что, какие новости? Надеюсь, все улажено. О какой шутке вы говорите? Я ничего не понимаю. Как вернули? Да, я как-то упустил из виду, что техники корпорации могут и не понять, что я им послал. Это же, неважно. Давайте договоримся. Вы возвращаете мне контейнеры, а я плачу по 5000 за каждый. Согласны? Подождите минуту. Задача выполнена. Говорит командир эскадрильи корпорации USS. Внимание! Истребители Триада, не вмешивайтесь. Мы прибыли для того, чтобы взять под стражу должника корпорации. USS, мы здесь для того же. И не думайте, что мы не знаем, кто ваш должник. Вы не получите прототипы щитов. Триадовцы, поскольку ученые сначала сами... Что за... Осторожно, астероид! Черт, все целые. Ничего себе, призрак. База на связи. База на связи. Полагаю, сейчас самое время удирать, если вы не против. Призрак, что ты делаешь на нашей внутренней частоте? Частота корабля базы? Ты на нашей базе? Эйс, ты уверен, что это надо было говорить в эфире? Противник в зоне видимости. Немедленно сдавайтесь. База готова и ждет указаний. Цель указания принята. Ученый пытается ускользнуть. Черт, к бою! Я подбил одного. Слушаю. Сейчас. Слушаю. Атакую.
Сейчас, сейчас. Вы справились. Не зря я на вас рассчитывал. Они такие уж сильные, эти корпораты. Нет, здорово вы их. Я даже помолодел, глядя на вашу баталию. Разве еще непонятно? Я телепортировался с астероида. Телепортировался. Должен признаться, я немного слукавил. В одном из тех контейнеров, что я вам погрузил раньше, был телепортатор-приемник. Моя собственная разработка. Правда, действует пока только на короткое расстояние. Потому мне нужно было, чтобы вы подвели корабль-базу поближе. Да и энергии требует слишком много. Вообще-то, то, что моя лаборатория взорвалась, возможно, ну, небольшой побочный эффект. Видимо, мгновенное исчезновение из точки пространства некой массы вызывает дестабилизацию частиц. Хорошо, что я успел заранее погрузить вам большинство материалов. Нет, нет, приемник взорваться не мог. Он лишь выделяет тепловую энергию. Кстати, у вас отличная автоматическая система тушения пожаров. Да, о чем это я? А, да, мои вещи я уже распаковал. Так что трюм свободен, не беспокойтесь. Ну, да, понимаете, моя бизнес-идея оказалась не настолько хорошей, как я думал. Так что расплатиться деньгами с корпоратами я не смогу. Так как я должен немало, то корпораты никогда не устанут меня разыскивать. Единственным выходом стало присоединиться к вам. И я рад, что ваша команда — лучшее наемное подразделение в империи. А почему нет? Я пришел не с пустыми руками. Мне кажется, я неплохо смотрюсь в любой команде. Если вы хотите, я могу уйти, только довезите меня до ближайшего центра найма. Ну, во-первых, я ученый с мировым именем и разбираюсь в большинстве новых технологий. Например, я могу собрать из тех прототипов, что вы возили корпоратам, систему ускорения стрельбы пушек. Единственную в своем роде, прошу заметить. Кроме того, у меня есть работающий прототип новых маневровых двигателей. И, наконец, моя любимая разработка — улучшенные силовые щиты призрака. Во-вторых, я был очень неплохим пилотом. У меня большой опыт космических боев. И я еще кое-что помню. Ничего особенного. Просто кое-какая информация о технологиях давно исчезнувшей расы предтеч. Старые записи еще с тех времен, когда я был ведущим исследователем их артефактов. А кто такая Эл? Случайно, не Эл Висби, космоархеолог. Мы когда-то с ней очень активно работали вместе. Ей сейчас примерно лет 50. База на связи. Принято к исполнению. База готова и ждет указаний.
Я подбил одного. Режим атаки. Атакую. Цель уничтожена. Слушаю. Вижу цель. Сейчас, сейчас. Атакую. Принято. Цель уничтожена. Захожу на цель. Принято. Захожу на цель. Минус один. Вижу цель. Режим атаки. Слушаю, понял. База на связи. Противник. Курс проложен. Принято к исполнению. Атакую. Вижу цель. Атакую.